Привет, друзья! В Нидерландах есть хорошая традиция ставить на подоконники на кухне, на стол кухонный, на там, холодильник, тумбочку. Вот такие цветочки, растения, которые ароматные, которые используются для приготовления разных блюд. Например, это орегано или дикий марилан, как здесь говорят. Кстати, марилан – это женское имя, мне знакомое. Ветеринарный врач по имени Мэрилайн. Вот, то есть это душица. Используется в салатах, супах, при запекании мяса, картофеля, ну, овощей, разные миксы овощные с ним вкусные. Я в чай иногда кладу. Даже сегодня в кофе попробовала, но особо не поняла смысла, так что в кофе, наверное, не стоит. Кардамон я кладу, а душица не очень. Вот, ну, сегодня была парикмахерская у орегано, и вот он теперь такой постриженный стоит на подоконнике. А вы используете растения в горшках на кухне?